Презентация книги старшего научного сотрудника Государственного музея архитектуры имени Щусева Людмилы Сайгиной прошла в рамках проекта «Чеховские дни в библиотеке». Литературно-театральная гостиная в год литературы пригласила в гости ребят из Дворца детского творчества, студентов и преподавателей Таганрогского музыкального колледжа, артистов театра «Сад». Но и издать эту книгу не получалось довольно быстро, потому что не брались издательства очень объемно, очень ответственно и дорого. И вильнюсское издательство все-таки взяло на себя эту миссию, и получилось удивительно по красоте, но что самое главное, по содержанию книга, творческая энциклопедия архитектора Федора Шехтеля. Вот сегодня мы и познакомим с ней поближе таганрожцев, читателей нашей библиотеки. Книга Людмилы Сайгиной – это двухтомник. Это первая и полная, строго документированная работа биографического жанра. Ее приятно взять в руки, она отлично иллюстрирована и сама по себе является уникальным произведением и своеобразным шедевром издательского дела. Мы понимали, что это издание уникальное, что это ограниченный тираж и что, конечно, оно очень дорогостоящее. Если говорить о 2014 годе, годе культуры, то можно сказать, что эта конференция стала как бы событием года. Но Людмила Владимировна, она вспомнила, это, она подарила нам эту книгу. Книга была доставлена в Чеховскую библиотеку не без труда. Она весит около 13 килограммов. Ну а нам, почитателям творчества Чехова, обязательно нужно познакомиться с этой уникальной энциклопедией творчества, выдающегося зодчего русского модерна.